В рамках программы «Мой подъезд» в Одинцовском округе ежегодно приводят в порядок места общего пользования в многоквартирных домах. По инициативе жителей дома номер 8 на улице Пронина в Звенигороде идет ремонт полов первых этажей. Кроме того, в подъездах красят стены и потолки, заменяют освещение и старые фанерные двери на новые, пластиковые. Все материалы и цветовые решения согласовываются с жителями. Об этом рассказал депутат окружного совета депутатов Александр Гусев.